Вот эти вот цветочки, они были по 20, сейчас за 10. Такая вот красота. Вот эти розы айсберг, которые мы покупали всего пару недель назад. И вот то, что я говорила. Мы купили за 27. И вот, я же говорила, будет за 35. Теперь они по 35. Чем больше, тем дороже они становятся. Вначале вообще по 17 долларов были. И что я увидела? По 13 долларов. Вот маленькие. Айсберг называется, мои любимые. Держишь? И, конечно, я не пройду мимо. Возьму. Вот их тут вот так вот много. А они быстро вырастают. Тут какой-то больной. Нормально. А тут эти розы по 25 долларов. В общем, в зависимости от размера. Это они среднего размера. Я такие покупала в прошлый раз. Эти дороже. Эти больше, наверное, дороже. Нет, 25. Какая вот красота. Вот она, тележка моей мечты. Самая дешевая среди них. Вот, была за 50, сейчас за 39. Но они какие-то плоские. Вот эти хорошие, вот они по 130, по 140. Ну, эти, конечно, самые крутые. Да, а эти вообще по 200. Горилла. Они мощные такие. А это что, еще дороже? Это вообще огромное. В общем, разница, что это пластиковая, она прям тоненькая, она может поломаться легко, поэтому на сейле, на скидке. А за 130 она вот металлическая, которая но самая дешевая. Ну, я так и рассчитывала, 130. Была бы чуть поменьше, а вот и металлическая. Может, есть? Смотрите, как раз хотела белая. Почему? 20 долларов, ой, блин, как дорого. Хотя сказано, что она на скидке. Потом я не усну, если это не возьму. Миленькие, красивенькие. Такое растение, прям как осеннее. Название еще интересное. Flamethrower, огнемет. Надо же. Сабринка этот стол нашла. Ой, мне сетки, кстати, нужны против белок. Причем такая сетка. Все такие есть. Уж такое. Да. У меня там яблоню надо защитить от этих бессовестных белок. Да там так много яблок. Все, они уже не успели их сожрать. Сеточки хорошие. Ну, такую что ли взять? Это от кур. Я думаю, от белок тоже подойдет. За 20 долларов вот это возьму. Сколько здесь метров? Ну, вот от дерева. То есть, да, на дерево тоже вот можно. 5 фит это немного. Это где-то 1,5 метра, что ли. Такие штуки подорожали. Раньше по 10 были вот эти белые. У нас такие заборы страшные. Их надо чем-то прикрыть. Это что? Weed control. Кстати, мне это тоже нужно. Под грядку. Хотя у меня есть такая штука. А где?
Не, подожди, не, оно дорого, $25, не буду я тратиться на это. Тут еще по $10, правда, нет, это сетка. Ой, кстати, мне для роз, которые разрослись, нужна такая штука. Почему-то. Тут сабринка. А цены нет на ней? Такая классная. Это, наверное, которая самая дорогая была. За 140, за 150, не помню. Вот за $12. Под розу. Хотя она маленькая. В прошлом году так вот эти штучки хотела. Вдоль цветов посадить. То есть засунуть. Почем такая одна? Уже в прошлом году они по 10 были. А сейчас почем? Цены не вижу. А сейчас она стала 13. А вообще-то я вот нашла, я вот эти хотела. Которые выше, ниже. Почем они? Да, спасибо, Сабринка говорит, нашла. Вот ты вот эти нашла, я мунте увидела. Но я же, ты мне не говорил. Так, они стоят по $10, да, вот. Маечки себе взяла. Вот эти вот маечки всего $8. Все-таки я вам скажу, что вещи в Walmart намного лучше стали. Качество, да. Цвета такие обалденные. Да, по $8. Вот. Да, тебе как раз. Все, берем. Идем. All these fit me even better. Угу. Сабрина в шоке, что они даже носки под ключ спрятали. People have been stealing socks. Да, обычно все прячут под ключ, то, что крадут. Вон так, дожили. Обычно... Ну, в таком и плохом районе живем, получается. Хотя у нас в городе, в Темекуле, только один Walmart. Да, вот эти классные. Барушка был бы счастлив. Нам белые носочки нужны для челленджа. За $13 три пары как раз тут. Берем. А тут еще дешевле нашли на скидке. За $8. Сколько тут? 6 пар белых носочков. И еще и хлопок есть в составе. 74. Нет, 72% хлопка. Супер. Берем. Размер. Это по-американски. 6-12 мужской размер. Для настроек как раз подойдет. На Сабринке маечка. Главное, моя. Очень beautiful. Она мне мала стала. И вот так хорошо. Теперь Сабрине отдаю все мои вещи, которые мне малы. Маечки удобно, экономно. Прикольные маечки тут. Не хочешь от этого Гарфилда? Нашли? Почем эти майки? По $9 Гарфилд. Ну все, берем. Это мне майки. Называется только за носочками Орео зашли. Набрали тут маечек еще. Первый раз вижу Madden. В Walmart прикольно. Это написано Ли. А, вот Madden. Юбочка такая стильная. Почему она? $14. Это же... Нет, Ли это вешалка. Это тоже Madden. Вот. И сразу видно, да, отличается от дизайна
волмартовских вещей. С такой стильненько. Вообще, Walmart меняется, я смотрю. Много очень качественных вещей. Красивые вещи появились. Ну, вообще, за 3,78 маечки базовые. По 15 долларов букетики такие красивые. Вон, золотом прям украшены. Они живые? Да, живые. Представляете, такие блестящие. Красота. Выходные будет у нас тут в Америке День матерей. Вот такая красота. Коврик прям узбекский такой. Каста 100 долларов стоит, который на узбекский похож. Тоже в Walmart есть. Цветочки, меточки. Ой, как здесь все красиво. Мне вот эти так нравятся, но я хочу белого цвета. Вот они. По 320. Классные такие. Я так давно во двор мечтаю, потому что у Баруха так много энергии. В спорт он никуда идти не хочет, а вот это самое то. Да, вот этот комплект понравился. 500 долларов. Столик со стульями, вот такими креслами, точнее. Плетеные. Пластик. Мне нужна лопата, но не такая, вот такая мне нужна, чтобы землю перекидывать. Вот такая плоская, только еще больше там было. Может, она внизу? 20? Какая? Вот эта вот лопата, 20 долларов. Я, наверное, вот эту маленькую возьму. Да. Вот это. Да, она просто ручка, короче, удобная. Да. А это стоит 19 долларов разница.